першій половині ХХ століття німецький лікар Йозеф Пілате створив систему фізичних вправ. У дитинстві він був кволою та хворобливою дитиною. Завдяки своїй методиці Йозеф в короткий термін перетворився з фізично нерозвиненого юнака в міцного спортсмена з атлетичною фігурою та відмінним здоров'ям. Надалі ця методика використовувалась як реабілітація солдатів під час Першої світової війни, а також в процесі підготовки до виступів знаменитих циркачів та діячів мистецтва. Пілатес – що це таке? Юлія Жданюк розкриє нам всі свої професійні секрети сьогодні. І як справжній професійний тренер одразу побачила, що і мені потрібно трішки позайматися. Тому інтерв'ю я писала лежачи. Я начинала как тренер других направлений. Я была и танцевальный, фитнес вела, и степ, аэробику, и тайбо. В общем, чего только не было в моей профессии, но травмы спортивные и какой-то дискомфорт в пояснице, в суставах все время, в общем, давала себе знать. И мы пытались как-то найти какой-то способ себе сделать хорошо. Это были массажи, мы передавали из уст в уста самых лучших массажистов, потому что без них было тяжело. И тут случайно я познакомилась с методом пилатес на одной из конвенций. Не могу сказать, что он сразу меня покорил, мне было несколько странно, думаю, что-то такое можно использовать как заминку-разминку, но попав в правильное место обучения к замечательному тренеру Екатерине Смирновой, я влюбилась в этот метод, и на сегодняшний день это огромная часть моей жизни, только пилатес. Первое мое посещение обучения пилатеса, хотя на сегодняшний момент мне уже забавно вспоминать это обучение, это был 2004 год. В нашем пространстве, в нашем государстве пилатес почему-то в основном давался как очень такой способ для очень больных людей. Или какое-то очень странное медленное движение. В общем, не было сути. Были движения, но не было наполнения, не было понимания, для чего это. Ну, подняли руку, ну, ногу, ну, потянулись. Ну, точно такие же движения были, например, в йоге или в стрече. В общем, пока вот не достигли этой глубины вот в обучении, это все оставалось на уровне какого-то, ну, одного из направлений. Когда начинаешь понимать, как устроено наше тело, как оно функционирует, и движение пилатес насколько гармонично для нашего тела, то удивляешься, насколько простыми движениями можно много сделать пользы для нашего тела. Вообще этот метод называется исторически контрология. В этом, наверное, сложность этого метода, потому что он требует очень много внимания и контроля во время движения. Вы не можете делать какие-то движения с пилатеса и думать, что же мне приготовить на ужин, или еще о каких-то своих проблемах домашних или рабочих. Тогда это будет просто гимнастика. Поэтому, постигая пилатес, это такое единение разума, тела и души, это очень много внимания к своему телу, уважения к своему телу. Как метод он отличается от всех других именно своим наполнением. То есть мы делаем тело максимально функциональным для нашей повседневной жизни. Нам с таким телом после занятия гораздо комфортнее заниматься домашними делами, любимыми делами, какими-то видами спорта. Люди, які приходять на пілатес перший раз, не завжди розуміють, що чекати від занять. Большое количество людей, к сожалению, действительно приходят там похудеть или сесть на шпагат, или просто потому, что это модно. Вот. Но радует, что все больше и больше людей приходят с пониманием самого метода, с желанием совершенствовать свое тело. И наша студия как раз дает такую возможность, поскольку у нас единственная профессиональная студия пока в Николаеве. Вот. У нас есть возможность предложить не только малое оборудование и коврик, но и большое оборудование, уникальное в нашем городе. И мы стараемся сделать все, чтобы люди понимали, насколько это полезный метод. Сам Джозеф говорил, что после 10 занятий вы уже почувствуете перемены в вашем теле. Я скажу больше, что определенные перемены в самочувствии вы, возможно, почувствуете даже после одного занятия. Это больше умиротворение, это какие-то дополнительные силы. Если вы пришли на пилатес после длительного тяжелого рабочего дня, то после тренировки у вас откроется второе дыхание, и вы почувствуете себя легче, чем вы были. То есть такой метод, который помогает нам жить. Справжнього професійного тренера знайти не так легко, як здається. Знаете, это как в любом направлении на самом деле.
Меня радует то, что стало более популярным это направление, больше к нему интереса, но, честно говоря, пугает изобилие тренеров, прошедших там одна-двухнедельные, там дневные курсы и, в общем-то, уже имеющие какую-то там бумажку и утверждающие, что они достаточный там тренер, чтобы заниматься этим методом. Это напоминает, знаете, когда человек проходит курсы косметолога и идет работать хирургом. Ну, как-то так. Мне кажется, что каждый должен заниматься своим делом, и есть где учиться. Если бы не было, у нас прекрасный источник обучения. Практически к нам сейчас в Украину съезжаются соседних прибрежных государств, потому что у нас есть такая возможность учиться с первых рук. Поэтому у нас в Киеве сейчас есть международный университет и тренер международного класса Екатерина Смирнова, которая прошла обучение у всех ныне здравствующих старейшин пилатеса. И та информация, которую дают там, это бесценная информация. Студию в Миколаеве Юлия называет порывом души. Люди, которые ходили ко мне на занятия в другие клубы, они меня мотивировали и поддержали. Я до последнего не верила, что это возможно, как бы своя студия в нашем городе, в изменчивом экономическом положении. Вот. Но очередной раз убеждаю, что верьте в свою мечту. И благодаря поддержке тех людей, которые в меня верили, как-то глаза боялись, руки делали. Вот, и несмотря на все, что творится, на сегодняшний день нашей студии уже 3 года. Тренер розповідає, що пілатес – це не тимчасово. Якщо ви почали ним займатися, розлучитися важко, інколи навіть неможливо. Це стосується як чоловіків, так і жінок. Многие используют его как реабилитацию, как приведение тела в норму, там, преследуя какие-то еще свои цели. Но это можно сравнить, например, вы зубы чистите каждый день, а если это почистить какой-то период, потому что у вас свидание, а потом забросить, как вы думаете? Я думаю, что примерно так же. Более того, у нас есть отдельная детская группа в нашей студии, поскольку ну, для детей это очень важно. Более того, например, в Америке введен пилатес в школьную программу. И я думаю, что это правильно, потому что там просто учат, как правильно пользоваться своим телом, как сидеть, как держать голову. Это в жизни исключает огромное количество заболеваний, проблем и так далее. Более того, ведь осанка – это не просто какое-то вот вы зафиксировали и все. Это динамическое состояние вашего тела, и это некая демонстрация миру вашего внутреннего состояния. Ну, согласитесь, что человек вот с такой осанкой, никак вы не скажете, о, он так в себе уверен, что-то в этом есть. Или человек с открытой грудной клеткой, вы думаете, ой, такой скромняга. Поэтому это очень-очень интересная система, которая много в себе сочетает и может использоваться как постоянно, так и для каких-то целей конкретно. Хорошо, в этом упражнении главное не зажимать поясницу, остается длинная поясница. Это разгибание в грудном отделе, лопатки широко и далеко друг от друга. И еще поднимаемся вверх, сохраняя длину поясницы. Раскрыть и опускаемся вниз. Оттолкнитесь, сядьте на пятки, поза для отдыха, хорошо, растянуться. Хорошо, это тоже приятное вытяжение в поясничном отделе. Еще раз рука, опустить, вытянуться за кончиками пальцев, пальцы собрать, опустить. Нога скользнула и вытянулась назад, не заваливая спину. Опустить, не разливайте чай. Другая нога скользнула, вытянулась. Про себя я могу сказать, что благодаря пилатесу я становлюсь только лучше. В свои 183 года я как-то выгляжу более-менее только благодаря пилатесу. Но если серьезно, у меня, как у любого спортсмена, были свои травмы. И обращаясь к врачам, у меня там травма плеча, травма колена, надрыв связок. Врачи говорили, что вы знаете, да, привыкаете, щелкает, болит. Вот есть такая мазь, есть такая таблетка. Пользуйтесь, когда очень больно. Ну, что делать, травма есть травма. К
девочкам. Многие соглашаются, вот благодаря пилатесу я забыла, что такое боли в суставах, боли в моем травмированном плече или колене, и чувствую себя абсолютно свободно со своим телом. Мне бы очень хотелось, чтобы наш город был лучше, чтобы наши люди были здоровее и уравновешеннее, чтобы мы могли радоваться нормальным вещам, которым радуются нормальные люди, чтобы мы меньше злились, меньше зажимались, чтобы наше тело не мешало нам радоваться. Многие люди достаточно в молодом возрасте испытывают проблемы очень серьезные с болями в пояснице, в коленях, и это мешает им просто жить, просто наслаждаться жизнью. Но есть такой замечательный инструмент, он не единственный, я не говорю, что пилатес это панацея, это инструмент, им просто нужно пользоваться. Я других направлений не являюсь специалистом, я не изучала так глубоко, но здесь я абсолютно с спокойной душой и мне хочется этим поделиться, я утверждаю, что это прекрасный метод сделать вашу жизнь просто лучше.